Я рад приветствовать любителей жутких историй на канале Дамако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Distraint. Ну что, дорогие друзья, давайте продолжим. Сегодня у нас последний наш товарищ, к которому мы пришли в гости. Опять выселить его хотим. Джонс там, или как Джонсон там. Ну, Джонсон и Джонсон, бэйби. Неважно. Бэйби, Ё-моё, уж испугался, думаю, что это за херня, это действительно что-то нарисовано просто. Мы вот как раз к ним-то и приперлись. Я не знаю, что там было. Ох ты, игровой автомат, смотрите, какой-то, или что это? Music slot. Давайте-ка выйдем, наверное, обратно и попробуем пойти в ту дверь, в другую до конца. Сходим направо. Что интересно, там скажут мне. Ну блин, вот эти дома, конечно. Но в принципе, с другой стороны, неудивительно, да, люди, которые живут именно в таких вот условиях, наверняка они, ну как бы у них нет денег, и естественно, они, у них вот и положухи-то такие жизненные, что их там надо где-то выселить или еще что-то. Как, например, у меня один есть знакомый, который работает в компании по сбыту электроэнергии, и он занимался непосредственно, ну как бы, он не штрафовал, он выносил предупреждение по отключению электричества. И даже сам присутствовал не раз при полном отключении человека от электропитания за неуплату. И люди там тоже, знаете, не из богатых, как бы не платят, естественно, те, кто, у кого денег нет. И это всегда больно, понимаете, на душе всегда больно от этого, потому что тебя считают скотом просто последним. Хотя в этом не его вина, ведь правильно? Есть кто дома? Что за звук? Что за херня? Это нормально? Какой-то звук был такой, как будто кто-то у меня в наушнике что-то говорит. Слот машина. Тогда... Старый игровой автомат. Похоже, не работает. Так ты дерни, попробуй. Как ты узнал-то, что он не работает? Уже не светится, да? Из-за этого? Ну, в принципе, логично. О, это что такое? Это что еще такое? У нас не мысли сошлись. Похоже на нарколабораторию. Откуда здесь зеленый дым? Оттуда идет. Мне не стоит его вдыхать. А, черт с ним. Попытка не пытка. Вау! 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 У него там тоже написано вау. Фига, как меня вшторило. Кстати, состояние длится короткий промежуток времени. Именно этот промежуток времени ему куда-то добежать, везде грибы. Я хочу поесть грибов. Давайте зайдем внутрь. Вот это дерьмо. Черт подери. Вот это меня вшторило. Так, давайте посмотрим, что здесь. Чё ты такое? Да куда я вышел? Тут, а, тут дырка в стене. Из-за пиксельной графики сразу ты не поймешь, что здесь. Если не восклицательный знак, я бы фиг бы понял. Но давайте сходим сюда. Кто здесь? Дверь заколочена, нам не пройти. Но нам под грибами можно пройти. Что-то не так с этой картиной, я понял. В эти картины надо глядеть именно под галлюцинациями, под этими жесткими, наркотическими. И тут еще две двери. А, и тут проход, кстати, есть. Давайте-ка выйдем. О, еще нарколаборатория. Сейчас мы жахнем. Черт возьми, Хайзенберг. Какой ты молодец, что здесь вот все оставил. Бахнем! Погнали по девчонкам. Грибы переграждает путь. Вау! Такое чувство, что часть картины подсвечена синим. Интересно, можно ее вырезать? А, надо же. Так, часть картины мы вырезали. Так, понял, еще надо жахнуть. Погнали. А, тут я выйти не могу. Быстро. Ловим. На-на-на-на-на. Ловим. На-на-на-на-на-на-на. Так. А, я вышел вот отсюда. Понял все. И вот эта картина. Еще одна. Можно взглянуть. Так, давайте...
не подходит. Как не подходит? Есть кто дома? Где-то можно было жахнуть. Я еще хочу жахнуть. Возможно, слот-машина тоже заработает. Давайте быстренько жахнем. Но мне кажется, там будет проход закрыт грибами. А нет, смотрите, мы выходим. Вот и слот-машина заработала. Если не ошибаюсь, эта картина разорвана. Все понял. Уверен, этот кусок сюда подойдет. О, так и есть. Да играй ты, ё-моё. Не получилось. Старый игровой автомат. Похоже, не работает. Конечно, не работает. Ты же все профукал. Нам можно было сыграть разок. Давай, жахнем этого пойла. Что за звук сейчас был? Он очень опасный. Так, часть картины мы ставили, а часть картины надо будет вырезать оттуда, да? Ничего себе, заработал! Чтобы сыграть, нужна монета. Блин, у нас нет монеты. А там пройти... Вы видели, мне показалось, что кто-то двигался на нас. Свет какой-то. Так, я понял, там пройти нельзя, короче, нам надо по-хитрому. Нам надо быстро бежать. Вот мы должны сейчас, короче, через эту лабораторию пройти, уйти в другую сторону, а потом быстро бежать, как бы. Ну, вы поняли, да, куда? Чтобы ду картину сорвать, успеть. Так, куда нам бежать, куда бежать, куда бежать? А, тут нельзя пройти, надо подождать. Тут где-то еще будут галлюциногенные штуки. Так, тут картина. Тут проход. Вот как раз, да, он? Ага, понял. Не успею. Это нереально успеть туда дойти. Значит, как-то есть другой какой-то ход. Есть где-то по-другому можно обойти. Да, я уже сюда стучал. Значит, надо как-то по-другому обойти. Я просто думал, что я успею добежать, все-таки мне хватит силы, а оказывается, ни хрена. Попробуем еще раз. Монета еще нужна нам. Так, эта дверь закрыта. Вот мы до нее как раз и бежим. Эту картину мы вырезали. А если в обратную сторону пойду? В обратной там вообще ничего нет. Я просто посмотреть. Сейчас мы прикинемся. Да нет, смотрите, как получается, нам можно выходить. Но, опять же, короче говоря, мы не успеваем. А как тогда так продлить-то состояние это? Мы очень быстро ускоряемся. У нас, естественно, и наркотики у нас тратятся очень быстро. Мы не успеваем, я даже не знаю, но как нам сильно надо нажахаться вот этой вот дурью. Может, какая-то надо действительно, надо несколько раз употребить, чтобы пошли жесткие галюны. Так. Очень опасно. Странно, как тогда использовать-то? То есть она ускоряется-то, понятно, да? Даже когда мы стоим, ускорение идет. Но мы, естественно, тоже быстрее начинаем двигаться. Так, ну вот только как мы вот в дверь заходим. Тут вообще, в принципе-то, дверей-то больше и нет. Одна вот заколоченная, мы из нее выходим. После наркотиков.
блин, что же делать? А если идти медленно, да, то он, если, ну, не то, что медленно, он может нас как замедлить, да, наркотическое опьянение, так и ускорить. Ну, что-то я вообще все равно не, нифига не понимаю, как нам так надо ту картину вырвать. Так, может, нам надо в другое место? Давайте попробуем отсюда. То есть я там жахнул, да? Я просто неправильно делаю, наверное, да? Мне надо по-другому выходить. Мне надо было в ту дверь-то не заходить. Может быть, там как-то по-другому можно было. Что-то я как бы по кругу гуляю уже какой раз. А мне, может быть, надо совсем по-другому выйти-то там. Та-там. Тут же есть еще, как бы, да, проход. Вот здесь можно будет зайти. Вот мы сейчас это и посмотрим. Там же есть наркотическая тоже комната. Мы сейчас там тут жахнем. Мы будем выходить не из... А, там грибы, да, стоят? Там пройти нельзя, да? Нет, можно. А, тут грибы. Все понятно, тут грибы. Так, ну как-то надо ускоряться. Чё-то я ни хрена не понял. Ну ладно. Получается, нам ничего и не дают, там надо вот тут. Так, я как бы, ладно, попробуем сейчас еще один ход. Зашли сюда, взяли здесь. Там есть еще один проход, как бы, я не уверен, туда ли нам идти или нет, но там тоже вроде дверь есть. Да выходи, выходи, побежали. Беги, беги, беги. Вот это вот дверь. Ага, все нормально. Может, надо было сделать? Надо было в нее зайти, и здесь, видите, здесь тоже есть наркотическая комната. Давайте осмотримся вначале. Здесь только старые пыльные книги. А если я вот жахну? Воу! Ты кто? Это та бабуля! Та бабуля на кровати, которая сидела. Бабуль, у тебя монетки нет? Мы бы сыграли. А мы же пройти не сможем, да? Так, тогда надо что-то придумать. Тогда надо обратку идти, да, я понял. В обратку топаем. Бежим сюда. Беги, 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 беги. Вау! Такое чувство, что часть картины подсвечена красным. Интересно, можно ли ее вырезать? Ха, надо же! Нам осталась вторая часть картины. Сюда... А. Понял. Все, короче, нам надо валить. А, мы вырезали часть картины. Сейчас там бахаем. Быстро идем, клеим картину. А, может быть, какая-то монетка потом вывалится. Поиграем в аппарат, потом что-нибудь еще. Ну, как бы, ну, все, в принципе, довольно-таки просто. Нужно было просто понять, как нам правильно это было двигаться. О, я-то не туда вышел. Но вот сюда. Уверен, этот кусок сюда подойдет. О, так и есть. Вау. Дверь. Дверь.
работал он тот химик, наверное, да? Давайте с ним поговорим. Но он жесткий на... Так он тут не один. Еще один жесткий наркоман. А вот и они, торчки, короче, местные, я понял. Что же у вас тут? Куча коробок. Похоже, он уже начал собирать вещи. Кто он? Кто бы он ни был, но он уже начал собирать вещи. Ну давайте поговорим. Привет, чувак. Чего ты такой кислый? Здесь должна была быть вечеринка. Хочу танцевать. О, ладно. Пи-па-па-па-ра-пу. Па-па-па-ра-пу. Давай, чувак, потанцовывай. Пи-па-па-па-ра-пу. And skatman. Си-ба-ди-ба-ди-дин-дин-дин. Давай, чувак. Дин-дин-дин-дин. Ну, я же для тебя стараюсь. Что за люди вообще? Наконец-то. Наконец-то я нашел, я вас нашел. Да? Вы пришли на вечеринку? А, простите. Меня зовут Прайс, я работаю... А, да, вы пришли, чтобы отобрать у меня мою квартиру. Я пришел, чтобы убедиться, что все пройдет. Гладко, если можно так выразиться. Это гарантировать не могу. Почему? Я жутко зол. И снова спрошу, почему? Видите ли, я собирался заказать отпадную прощальную вечеринку закатить. Простите. Ночь, которую не скоро забудут. И что вам мешает? Эта паршивая группа отказывается играть. А мы ведь договорились. Но они решили разорвать соглашение. Понимаю. Но вы похожи на человека, способного найти выход из любой ситуации. Возможно, у вас получится убедить их сыграть. Может быть. Но зачем мне это? Потому что иначе я разгромлю это все к чертовой матери. Наша страховка покрывает подобные случаи. Разумеется, но это лишняя бумажная работа. Тягаться со страховой компанией звучит многообещающе. Хорошо, я вас понял. Если я уговорю группу сыграть, вы обещаете, что будете сотрудничать? Конечно. Конечно, я человек слова. Хорошо. Так где могу найти их? Вам повезло, они живут по соседству. Дверь возле окна в холле. Это сзади закрыто. Я попробую что-нибудь сделать. Ну, еще может быть раз? Привет, чувак. Сибри-бри юн-дин-дин. Юн-дин-дин. Ну что? Ты Скатмана Джона не слушал, что ли? А, ну ты вообще деревня. Так, ну этот уже по коробке собрал. Он уже собирается съезжать. Давайте поднюхнем. Давно мы этим всем не занимались. Ё-моё, это что за хрень? Ты кто? Я хочу позвонить. Прекрасно. Галлюцинации такие, да? Тут куча телефонов, смотрите. У вас $4, сэр. Ой, у меня нет с собой денег. Боюсь, тогда вы не сможете позвонить, сэр. Ну, говно. Так, нюхнем еще разочек. Разомнем свой нос. А сейчас ты хочешь танцевать? А я уже готов. Так, там картина. Мы так по-другому не выйдем. Да, нам надо только выйти, только при помощи наркоты. Я понял. Давайте я сохранюсь, и мы пойдем бахнем еще разочек. Вжарим перед вечеринкой. Ну, тут видно, что он какой-то, видимо, ученый. Он, походу, здесь все это и разводит. Вот эту балалайку наркоманскую. Ну, проклятые наркоши. Выходим. И тут нужны деньги. Нам везде нужны бабки. Нам нужно минимум два раза монетки добыть. Так, нам надо сходить в ту комнату, в ту квартиру, да, как вы помните. Подождите, зачем я сюда тогда приперся? Если надо было сходить в другую комнату. Нам надо сходить в квартиру, где
висела раньше картина. Там посмотреть, что там. Может быть, пообщаться с кем-то. Ну, сами понимаете, да? Вот здесь вот. Меня зовут Прайс. Я ищу музыкальную группу. Я пришел по адресу. Да-да, заходите, пожалуйста. О, какая грустная группа. И вы собирались петь на вечеринке? Эй, у меня ведь точно такой же телек. Не у тебя ли они сперли его? Кстати, вообще похоже на нашу квартиру отчасти, только окон нет. И бухают они. Настоящие музыканты. Я в туалет у вас схожу, вы не против? А, это не туалет. Я в тазик пописью, вот тут под столом. Давайте все обшарим, конечно. Обычно я не шарюсь по урнам. Но кажется, там что-то есть. Хм. 5 баксов. У-ху! Гуляй не хочу. Мы нашли 5-долларовую купюру мы нашли. Я не вор, но они же не так и так были в урне. Согласен. Чё бы не взять, да? Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел бы, чтобы вы сыграли на одной вечеринке. Вам это интересно? Разумеется. Просто скажи время и место. У соседа сейчас. Так это он вас прислал. Да, он очень огорчился, когда узнал, что вы отказываетесь играть. Да ну. Вот и хорошо. На то есть определенная причина. Он согласился оплатить работу заранее. Но теперь говорит, что заплатят половину сейчас, а вторую потом. Так вы ему и поверили? Так мы ему и поверили. Угу. Все знают, что его со дня на день должны выселить. Да, собственно, поэтому я и пришел. Я должен проследить, чтобы все прошло гладко. А он угрожает разгромить квартиру, если у него не выйдет закатить вечеринку. Хотя, мне кажется, когда вечеринку закатят, там и так все разломят нафиг. Как это по-взрослому? Ага. Но я бы на вашем месте тоже отказался играть. Он не похож на парня, которому можно доверять. Так а с чего ты взял тогда, что он тебе поможет, раз ты не веришь? Но может, все же сыграете? Если он не заплатит все, то нет. Справедливо, я что-нибудь придумаю. Да, мужик, что ты придумаешь, тебе надо будет идти. А, нам надо будет сейчас, наверное, выиграть деньги, я понял. Мы сейчас пойдем, короче, в игровой автомат, будем играть на бабки. Постараемся выиграть. И, конечно же, нам надо позвонить. Так, куда там надо зайти-то? Сюда? Али сюда? Не, подождите, это же я к ним. К ним же вернулся. Значит, сюда. Сейчас сходим, поиграем в аппарат в игровой. Ну, просто интересно. Нам всю 25 центов надо для того, чтобы позвонить. Хотя я не уверен, что 25 центов. Побежали. Но мне нужна монетка, я не знаю, смогут ли мне разменять монетку. Ничего себе заработал. Чтобы заряд, нужна монета. Да, монеты у нас нет, к сожалению. Что, наркоман гребаный? Будешь платить? Плати давай. Мне нечего сказать. Нечего уже сказать. Давайте сюда зайдем. Это тот бедный бедолага. Это же наше здание. Там через дорогу. А, мистер Дейт, вот этот вот, ну, вот эти три типа, короче, Мур, Брутон и мистер Дейт. У меня появилась идея. Возможно, я смогу пообещать группе несколько выступлений для элитного общества. Но нужно сначала спросить у моих начальников. Думаю, стоит им позвонить. И какая удача, там как раз написали их номер. А что там за номер? 7, что-то там хрен разбери, Карла. Надеюсь, ты это видишь. Ты ж пиксельные глаза, пиксельными глазами можно взять пиксельные цифры. Так, кажется, запомнил. Теперь нужно найти телефон.
Ты опять грустишь, мокнешь под дождем. Ну сиди. Даже зонтик тебе не оставлю. Сейчас жахнем, пойдем звонить. Жахнем! Позвонили. Я хочу позвонить. Прекрасно. С вас 4... А, 4, там, 4 тогда я подумал. Только 4 доллара, сэр. Ой. У меня нет... Как нету? Боюсь, тогда вы не можете позвонить. Ага. Я хочу позвонить. Прекрасно. С вас 4. Держите. Благодарю вас, сэр. Сдачу давай. Продиктуйте мне номер, и я его наберу, сэр. Держите. Благодарю вас, сэр. Сейчас наберу номер. Офис мистера Макдейда, Брутона и Мура. Говорит миссис Макан. Чем могу вам помочь? Привет, Джинни, это Прайс. Соедини меня, пожалуйста, с кем-нибудь из начальства. Конечно, мистер Прайс. Мистер Прайс. Где вы понимаете солидный мэн, видать, в этой конторе? Хотя и жулок нищеброд конченый. Сынок! Как хорошо, что ты позвонил! Как продвигается работа? Здравствуйте, Брутон. Как ваши дела? Послушайте, есть одна местная группа. Как вы думаете, можно мне их нанять? Группа? А они могут играть настоящую музыку? Это какую? Настоящую музыку. А не всякое хипстерское дерьмо. Вы имеете в виду какой-то определенный жанр? Блюз. Или они умеют играть... Если они умеют играть блюз, тогда нанимай их. Хорошо, спасибо, Брутон. Так, я закончил. Спасибо, мистер Черефанис. Не забудьте сдачу, сэр. Ах, да, спасибо. Так, нам надо, значит, поговорить сейчас с группой. Узнать, как бы, да, готовы ли они... Жахнули. Готовы ли они играть в блюз? Если они умеют играть в блюз, тогда мы их нанимаем, говорим, давай вперед, гоу-гоу-гоу, гаджет ноги, вперед на вечеринку тусить. Они такие, у-ху, начнут там зажигать, а мы в это время пойдем в игровой автомат просаживать бабосы, как та бабуля, которая осталась сейчас в студенческом доме. Ох, черт, не успел. Ну ладно, сейчас попробуем еще раз, сейчас бахнуть, тут можно бахнуть. Монетка есть? Монетка есть, давайте бахнем. А, хорошо, пошла! Вот это ж дурь! Ну же, джекпот! Ну надо же! Я выиграл! Я выиграл книгу о блюзе! Что это за автомат такой? Тихо, ребята, ну-ка, давайте почитаем. А я могу почитать как-нибудь? Давайте сходим к этим ребяткам. Они, походу, не знают о блюзе ни шиша, а мы-то знаем. Мы сейчас им дадим книгу, они посмотрят, что такое книга про что такое блюз. Они скажут, оу, ез. Давайте так даже сделаем, чтобы разговор завязать. Они скажут, ез, мы будем, и все, после этого мы их нанимаем. У меня есть предложение. Я работаю на одну очень крупную компанию. Периодически мы закатываем обалденные вечеринки. А, мы внимательно слушаем. Так вот, если вы согласитесь сейчас сыграть, я дам вам номер своего начальства. Я дам ваш номер своему начальству. Однако есть небольшое условие. Они интересуются, играете ли вы блюз? Блюз, а? Да, кажется, что-то такое слышал. О, вы не играете блюз? Ну, попробовали, будь у нас ноты. На! Я нашел вот эту книгу о блюзе. Попробуйте. Да. Думаю, мы справимся. Конечно, справитесь, музыканты, если вы... Ё-моё. О, да. Мои шаровары такие красивые. О, детка, давай. Поближе придвинься. Это было отпадно, чуваки, да. Ладно, тебе давай начальству... Давайте начинать вечеринку. А я вам обещаю концерт для элиты. У-ху! Все под наркотой. Особенно вот тот дед справа, посмотрите. Он вообще 2 дня просто наркоманил, по-моему. Так это же наши чуваки.
наркоманы. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Зажигают. Надо прибавить джазу. А тот-то тоже, смотрите, вот нормально колбасит. А тот чувак, который печалился, что вечеринки не будет. Че, опять утро, да? Утреннее наркоманское похмелье, да? Я не знаю, как оно выглядит. Но, наверное, как-то приблизительно так. А ему вообще умерли от передоза. Я слышал о таких всяких штуках. Что люди ловили. Что их от обезвоживания выносили из клуба. И... Блин, как прикольно сделано. Все изменения, о которых вы ходатайствовали, были внесены. Спасибо, мистер Брейн. Брейн. Взгляните, какая корольчиха решила составить мне компанию. А эта корольчиха, оказывается, на кленочках сидит. Ее зовут миссис Шанель. Я к ней очень привязалась. Я полагаю, она переживет меня. Загляните, какая она милая. Я вас понимаю, миссис Гудвин. Мне кажется, сейчас они ее просто забьют до смерти. Животные дарят комфорт своим владельцам. Вы правы, миссис Брейн. Брейн. Но вы должны позаботиться о том, чтобы она попала в хорошие руки. Когда возникнет необходимость. Это все, о чем я прошу? Это о чем... Простите, но время вышло. С вас $500, миссис Гудвин. А? Конечно, миссис Брейден. Хм? Что? Что за чертовщина? Что за дурацкий звук? Что-то мне это совсем не нравится. Это в нашем туалете. Блин, вообще жесть какая-то. Шум определенно не от телевизора. Определенно не от телевизора. Я не могу зайти в другую комнату. Я не могу ее даже нащупать. Заставляет меня нервничать звук, заставляет меня нервничать. Но я не сбегу из собственной квартиры. Ёбай! Фу, вот я напугал, пипец! Вы чё, кончили? Фу, блин, дебильная игра, чтобы сдохли. Отвечаю, я не ожидал, что можно будет дальше пройти. Я думал, так и нет в комнате. Я думал, я... Блин. Ты права, дорогая. Дурацкий выделся денек. О, смотри, милый. Что же я нашла? Ну что? Это же наш малый. Я вижу, дорогая. Мам, пап. Что это? О, надеялась, мы не разбудили тебя, милый. Разбудили? Что это за... Мы с мамой хотели сделать рис. Приготовим завтрак. Так. Думай. Это ведь не по-настоящему. Вы лишь плоды моего подсознания. Верно, сыночек. Мы часть тебя. Что это значит? Разве ты не видишь, что так? Такая работа не для тебя. Но ты ведь и так это знаешь. Мы просто хотели убедиться, что ты это осознаешь.
Ведь тебе кожа, чувство вины. Твой слон. Это слона они забили. Они забили слона, прикиньте. Не жаль, сынок, это... Знаю, это... Слишком. Но мы все ли... Но мы всего ли... Хватит! Прекратите сейчас же. Ё-моё, это вообще трэш. Это просто какой-то трэшак конченый. Мне ж голова закружилась. От этого звука, от того, что было написано. Блин, мне аж плохо. Реально плохо. Вот черт. Черт, я схожу с ума. А ведь сегодня у меня выходной. Нужно попробовать расслабиться. Мне нужен кофе. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, закончим. На этой безумной, конченной ноте. Просто пипец, как я перепугался. Это просто жесть. Реально, я не ожидал, что дальше можно было пройти. Я думал, здесь ванная комната. Я вот носом-то тыкался вот здесь. Вот мы вышли, я думал, здесь вот где-то дверь. Я знал, что она где-то здесь. Я думал, что эта кухня уже началась. Все, здесь дверь. Я думал, сейчас зайду в ванную комнату, наверное, в ванной комнате что-то. Я не ожидал, что это на кухне. Фу, как я перепугал, вообще жесть, вот это же скач. Блин, игрушка местами реально очень-очень такая прям, хватает за нервы и психологически давит. Прошу прощения за то, что я так иногда местами плохо читаю, вы, не знаю, простите ли когда-нибудь меня вообще за это, но надеюсь, что вы можете это как-то мне, ну, мол, ладно, для галочки. Стасян, мы тебя любим и так, все хорошо. Вот. А сейчас, дорогие друзья, давайте, наверное, закончим с этой безумной отмороженной игрой. И надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Но она реально, она отмороженная, но прикольная. Если это так, то не забывайте ставить лайки, комментировать это видео, делиться им с друзьями, также добавляйте плейлисты и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю, увидимся в новых прохождениях. Надеюсь, они не будут такими жестокими и сердцераздирающими. Всем пока!